Капитан баскетбольного клуба Александр Овчаренко, главный тренер Игорь Чегринов. Начнем с капитана. Александр, ваш комментарий по сегодняшнему матчу. Ну, матч, как и обещали, был интересен. Вот. Интрига держалась до конца, хотя видно было, что после первой половины мы, в общем-то, должны были додавить соперника. Вот. Ну, немножко расслабились, дали сопернику шанс даже немножко нас догнать, но в концовку все-таки удержали и, я считаю, выиграли. Уверенно выиграли. Как физически, поскольку в матче с Днепром были проблемы физического плана, вот сегодня по самочувствию? Самочувствие, честно сказать, про самочувствие не могу. Почему? Потому что условия немножко были, скажем так, ну не экстремальные, но, в общем-то, холодный зал. Это ощутимо для физической подготовки. И видно было по игрокам. Вот. Физическая форма, я думаю, что тренер говорит, что все-таки мы подходим к нормальной форме. Я надеюсь, что еще, по крайней мере, может быть турнир, может быть два, и мы уже будем все в хорошей физической форме. Вот. А так, по этой игре могу сказать, что выложились все на 100%. Ну, я хочу сказать то, что мы проиграли в Днепропетровске 30 очков, Харьков выиграл 30 очков. Была разница такая, что мы проиграли, а не выиграли. И хотелось доказать то, что мы проиграли, не хватило физических кондиций. На сегодняшний день у нас она хромает, но, как Саша сказал, потихоньку будем ее добавлять. По игре я хочу сказать, что начало было очень хорошее для нас, потому что мы и забили, убежали. И отрыв уже был 20 очков почти. Но после перерыва начали баловством заниматься. 4 потери, 2 раза с подкольца. И нас догнали. Но я рад, что пацаны все-таки собрались и довели игру до конца, до победного. Скажите, пожалуйста, показалось со стороны, что победа это, несмотря на вот те моменты, когда счет сокращался, отдалась вашей команде легко. Так ли это было на самом деле? Либо же соперник все-таки был достойный, но кремень, скажем так. Соперник, конечно, достойный был. Тут даже разговаривать не о чем. Но я же говорю спасибо пацанам, что они не дрогнули, когда разница была до 6 очков. Забили 2-3 трехочковых важных, защитились, убежали. Я разрыл, остался опять 15 очков, уже было легче намного играть.